Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Мы с вами в Сетуни, где продолжается чемпионат молодежной хоккейной лиги. И сегодня сюда, в Москву, в гости приехал ярославский Локо. Крылья Славетов появляются из своего туннеля. Сейчас капитаны команд Максим Вяткин и Егор Романин приветствуют судейскую бригаду. Поехали. Разгоняется вдоль правого фланга. Это Вяткин. Приехал в чужую зону. Вяткин пошел к воротам. А шайба прижал Бычков. Ну, собственно говоря, чего Бычкову был там судиться. Щиулов шайбу подхватил. Еще один бросок Окарем. На месте. Ну и вот этот бросок как раз пятый полевой. Баданин через лицевой играет. И едва его сразу хоккеистом Локомотива. И вот, пожалуйста, первое. Оказывается, в воротах. Подходили полпериода. Дальше пару минут пристрелялись. И 1-0. Локомотив выходит вперед. Правда, ненадолго. Зубчинский. Какой неприятный бросок для Коряка. Тому аж пришлось свернуться, вывернуться, еще раз свернуться дальше в центр. Одним касанием и даже чуть обратно бросок. Оказывается, Кашафетдинов. Вяткин. Бросок в ближний угол. Ну, с этим моментом справился. Дальше крылья на синюю выводят. Бросок. Попытка добить шайбу в ворота. И Зубчинского не получается. Ну и еще одна пауза. Да, ну вот здесь кисты Лока не получили на свои ворота. Вот здесь неплохо Белялов в прессинге. Дальше получается вывод на синюю линию. Бросок в зону Лока. Дарин. Дарин заходит. Бросок по воротам. Кадочников вполне себе на месте. На всякий случай, да, толкались. Еще одно вбрасывание. Лебедкин. Появился. Бросок. Тем временем добивание. 2-0. Становится счет. Получается у ярославцев реализовать численное преимущество. По-моему, Илья Николаев, автор этой самой заброшенной шайбы. Или что-то придумать. Вот здесь, на бросок, удалось-таки вывести Вяткина. 17-14, по-прежнему впереди, но я думаю, что это все равно за счет 10 минут. Одинокого тут, да, чуть не отправили в Ярославль. Дальше вперед. Добирается Дарин. Дарин пошел к воротам. Еще две шайбы забрасывают в ворота. Вот же. А крылья! Ха-ха! Берут и забрасывают первую шайбу в ворота Лока. Причем получилось это, по-моему, несколько неожиданно именно с точки зрения всего момента. Все-таки идет под контролем. А вот здесь хороший диагональный пас. Выход 1-1. Кадочников выручает и с добиванием тоже справляется голкипер. Но забросит сейчас третью. Кто знает, чтобы получилось то, что матч будет домашними. И оба ярославцы проиграли. Кадочник выручает сейчас свою команду. При том, что до того, ну, проиграли последний раз только Красной Армии. За счетом 1-3 в первом домашнем матче. Еще одна шайба оказывается в сетке ворот Данилы Кадочникова. 3-1 становится счет. Ну вот, пару минут назад не забросили, а сейчас, пожалуйста, остается на игру. Ну, это силовой. Пока что, наверное, на самых запоминающихся моментов. Лебедкин получает горячего пас в первое число, а дальше, ну, возвращаются ярославцы в чужую зону. Хорошо под бросок Шумилина.
шайба отдавалась. Зудилов. Плитку сделал, пошел дальше. Зудилов сыграл с Гуськовым. Бросок. Поворота Макарек. Мишников. Сыграл неплохо. Вот защитника крылья на секунду потеряли. И такой режим, но если не сберегающий, то вот сколько надо. Вот данный момент, скажем так, прибавить. Столько и прибавим. Но вот здесь Белялов как выскакивал из-за спины. И как ему сейчас передача от Погонченкова дошла. Сейчас только нужно крыльям. Еще одна передача. Вот здесь бросок. Классный. Уже практически как в бейсбол было сыграно, по-моему, Лукичевым. Вывести Николаева на бросок. Значит, Николаеву неудобно было. Еще одна быстрая перепасовка. Получилось, но это уже крылья взрываются своей ответной атакой. Вяткин ушел тут на во. Бросок, но добивание надо сыграть неудобной. Ну, какую-то очень долгую. Ну, то ли паузу, то ли перекладку шайбы устроил сейчас Лебедкин. И по итогу весь момент, который мог превратиться в шайбу, получился за коряком. В принципе, я думаю, болельщики Лока, наверное, скоро потихонечку будут отключаться. С трансляции Кодочников! Снова приехали в чужую зону. 3-1-4-1, я думаю, что здесь уже не так суть важно. Кадочников. О, на шайбы нет, не оказался. Залетела на ворота. Ну, уже после ССК Лукичев разводит руками. Ну, как же так? Я старался, я забросил. Нет, я старался, забросил. Молодец. 3-1. Лука выигрывает первый матч в этой серии. Спасибо, что были с нами в этой трансляции. Лока с победой и крыльям. Завтра удачи. Меня зовут Вячеслав Алешин. До свидания. Пока.